еду вас называть завтрак. Значит, здесь она такая пафосная, такая вся там огонь, там шу-шу-шу, фаербол. А на камень шею поставил. Да, это мой. Ну а эти двое духов, вы думаете, далеко ушли, что ли? Вот ты, вот, например, ты, я тебя помню, только ты можешь косплеить капиталистическую поросюшку прямо... Прямо как оно надо. Да, давайте, короче. Хорошо. Ну что, я тут подумал, это... Ой, ты вообще бы не я, я помню, что было. Да, вот я думаю, дружба, это же, ну действительно, самое важное, наверное, что у нас есть. Даже, да, ну кроме автомобиля, согласен, дружба, главное, да, согласитесь же. О, молодец. Вот устами ребенка, когда были вместе. Вот. И я тоже всегда так думал. Вот на самом деле, сидел всегда много лет, наблюдал за различными эпохами, как они сменяли друг друга. И всегда думал, что так оно и должно быть. Ну вот смотрите, вот вам пример. Вот говорил я тем двум братьям, как их звали, по-моему, Сада и Маза, что не надо ссориться, что все равно вас будут вместе произносить, мужики, не ссорьтесь. Рассорились, люди, теперь есть один, есть другой, но и вместе тоже есть. Так что все нормально. А эти, как эти-то, такой няшек, как он. А, Локи, да, Локи. Помните Локи, да? Вот, я тоже говорил, ну вы посмотрите на себя. Вот, да, вот еще я обычно так говорю, ну посмотри на себя, ну положи руку на него, да, ну, не минимум, да, вот так. Вот так, и не ссорьтесь, говорю, все будет хорошо. Нет, они рассорились, поху проходу, и у одного теперь армия фанаток, а другой, о, я играю в рестлинг, и все. Грустно это все, конечно. Ну, про Корею вообще молчим, естественно. Северная, южная, это вообще все понятно. Ну, то есть, если вы... Зато представьте, идеальный мир, все как надо, стоят такие, например, и... Ну, например, как вариант. Я думаю, было бы неплохо. Ну, чтобы я заговорился, надо этих двух мне еще все-таки вернуть на путь истинный. Поэтому будем надеяться, что дружба все равно восторжествует, потому что история показывает, что надо обязательно стремиться к хорошему. Ну, все, заговорился, да, все, о, я зато нашел себя. Так, духи, кофейку мне организуйте, ну а вы смотрите, вот нет конкурса и выступления.